К дачному сезону готовы. В Хакасии продолжается прием заявок на правительственные гранты. На денежные выплаты могут рассчитывать дачные садоводческие общества, официально зарегистрированные на территории республики. На что потратить суммы до 3 миллионов рублей садоводы решают сами. Подобная господдержка в Хакасии действует уже не первый год. Но проблем до сих пор остается много. Это и водоснабжение, и старая инфраструктура. В этом году помощь не меньше 25 миллионов рублей. К тому же есть надежда и на федеральные средства. Депутаты Верховного Совета Хакасии обратились в правительство России с просьбой выделить садоводам республики дополнительные деньги. Ведь каждый третий житель нашего региона имеет дачные участки. На них сегодня выращивают около 80% овощей и картофеля. Многие жители и вовсе обеспечивают продуктами свои семьи только за счет полученного урожая. Между тем, то время, когда отказывались от собственных дач, утверждают специалисты, прошло. Сегодня жители Хакасии не только не бросают земельные участки, но и активно регистрируют их. Тем более, что в России по-прежнему действует так называемая дачная амнистия. Официально это закон, который позволяет оформить в собственность дачный участок или садовый домик по упрощенной системе. В отличие от регистрации обычного жилого дома, где потребуется собрать немало бумаг и пройти не одну инстанцию, здесь гораздо все проще. Достаточно предъявить всего два документа – о предоставлении земельного участка и кадастровый план. Причем стоимость оформления невысокая. Верховный совет Хакасии еще в 2007 году принял закон и установил предел цены. В течение 6 лет депутаты законодательно удерживают ее рост. Сегодня, чтобы оформить дачный участок, потребуется не более 2000 рублей. Таким образом, в Хакасии более 40 тысяч жителей уже зарегистрировали свои права по дачной амнистии. Вот в 2007 году в целом по Хакасии было зарегистрировано по правилам дачной амнистии порядка 6 тысяч объектов, в 2008 – 9 тысяч. В 2009 вот было максимальное число, которое в целом по Хакасии, и это порядка 12 890. Вот. А с 2010 года пошел спад. 10 800 в 2010 году, в 2011 6 600, в 2012 5 600 объектов, которые были отмечены, что они зарегистрированы по дачной амнистии. Спад регистрации по упрощенке, утверждают специалисты, нормальное явление. Большинство жителей уже оформили постройки. Однако есть еще и те, кому эта процедура только предстоит. Впрочем, пока закон не устанавливает каких-либо временных ограничений. В свою очередь, обязательства не снимаются из садовых обществ. Они должны способствовать тому, чтобы люди и дальше не отказывались и регистрировали свои дачные участки. Тем более, что сегодня дача может стать постоянным местом жительства. И практика такая есть. В 2011 году Конституционный суд России разрешил прописаться в доме на садовом участке. В столице Хакасии таким правом также активно пользуются. Теперь человек, приходя к нам, может декларировать, что на его садовом участке есть дом, жилое строение с определенными площадями. То есть и люди прописываются, люди там живут. Вот мы знаем, на орбите уже и автобус был пущен для того, чтобы люди... Ну, мы видим, как уже расстраивается орбита. Впрочем, те жители, кто еще не успел зарегистрировать свои права на дачные участки, могут сделать это и сегодня. Для этого необходимо лишь обратиться в управление Росреестра Хакасии по адресу Абакан, улица Вяткина, 12. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Если же вы что-то упустили или хотите уточнить информацию, парламентский дневник можете посмотреть также на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго.